Казанская область. Казахстанские учащиеся имеют высокие показатели по итогам ЕНТ по сравнению с другими странами Центральной Азии. Этот факт заинтересовал японских ученых. Они приехали к нам, чтобы изучить систему образования. До последнего времени японские ученые проводили работы в Астане и Алматы. И вот впервые они приехали в Семей. За время своей поездки ученые из страны восходящего солнца проинспектировали все этапы образовательного процесса, начиная от детских садов и заканчивая вузами. Приятно удивило гостей успешная работа мини-центров, число которых в последнее время увеличивается. Дело в том, что именно дошкольному воспитанию японцы уделяют в своей стране наибольшее внимание. В рамках этого проекта я имел возможность увидеть результаты казахстанских школьников, которые показали очень высокие баллы на этом тестировании в таких предметах, как математика и физика. Но в отличие от других стран, что являлось особенностью казахстанских школьников, это то, что они, демонстрируя, получая такие высокие баллы на этом международном тестировании, вместе с тем еще и любили эти предметы.